Привет, друзья! Сегодня мы подобрали для вас топ самых лучших стереогарнитур с сайта AliExpress, основываясь на рейтинге, отзывах покупателей, качестве и продажах. Все ссылки на представленные модели вы найдете в описании к видео, а мы начинаем. Xiaomi AirDots. Xiaomi умеет делать качественно и недорого. Фирменная гарнитура AirDots выпускается в двух модификациях – черная с механическими кнопками, белая – полностью сенсорная. Масса каждого наушника всего 4,1 грамма, то есть практически невесомые, а вот в ушах сидят просто идеально, несмотря на отсутствие специальных амбушюр. Емкость аккумуляторов 40 мАч на устройство. Зарядный кейс имеет батарею на 300 мАч, чего хватит на 3,5 полноценных зарядки, а то и 12-14 часов работы в режиме наушников или гарнитуры. QCY T1S. Эта гарнитура зарекомендовала себя только с положительной стороны. Сочетание низкой стоимости, мощного басового звучания и поддержки Bluetooth 5.0 позволяет раскрыть потенциал наушников на полную. Передача голоса осуществляется без малейших задержек. Встроенная технология шумоподавления делает общение еще комфортнее. Емкость аккумулятора каждого наушника 43 мАч, при этом в кейсе стоит батарея на 380 мАч, что дает 4 полноценных сеанса подзарядки, гарантируя до 16 часов разговора и 24 часов прослушивания музыки. Nishin T1 TWS. Эта гарнитура представлена в двух модификациях – стереофоническая Bluetooth 5.0, монофоническая Bluetooth 4.2. Это полноценные наушники с двумя чувствительными микрофонами и высоким уровнем передачи звука. В паре с устройствами фирмы Apple доступен визуальный график емкости аккумулятора. Батарея, к слову, на 50 мАч для каждого наушника. В зарядном кейсе установлен блок на 500 мАч, что дает до 18 часов работы. Hi-Low GT1. Можно ли эту модель назвать лучшей Bluetooth-гарнитурой с AliExpress для водителей? Пожалуй, да. Хотя ее также оценят спортсмены, велосипедисты и активная молодежь. Все за счет влагозащищенного корпуса по стандарту IPX5 и продуманного сенсорного управления с поддержкой 6 жестов. Из прочих возможностей доступна система активного шумоподавления, вызовов голосового ассистента и поддержка Bluetooth 5.0 для моментальной передачи данных. Слышимость собеседника отличная, как и качество воспроизведения музыки. Xiaomi Air Twice. Успех Apple AirPods породил огромное количество конкурентов, и эти одни из лучших. Модель от Xiaomi базируется на мощном 7-мм драйвере с отличной проработкой низких и средних частот. Предусмотрена активная фильтрация шума. Сенсорные панели позволяют отвечать на звонки, переключать треки, включать голосового ассистента и активировать шумодав. Микрофоны оснащены технологиями Beamforming и ENC для четкой передачи вашего голоса собеседнику. Также в описании вы найдете ссылки на не менее достойные модели, не попавшие в нашу подборку. Подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Это лучшая награда за проделанную работу. А на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока!